Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента от компании Alloyed. Это NG4130 на 130 предметов. Наборы Alloyed — это наборы полупрофессионального качества, хотя отзывы по ним положительные. Даже есть у нас определенные СТО, которые берут наборы Alloyed, как бы хорошо отзываются о них, но это инструмент полупрофессиональный. Выпускает его компания Vitol, который занимается автоаксессуарами, компрессорами, то есть все для автомобилей. Но набор производится на заводе в Китае. Это указано на адресе с обратной стороны упаковочной коробки. Набор яркого цвета, светло такой зеленый, салатовый. Поэтому есть люди, которым нравятся такие наборы, которые не черные, а именно яркий кейс, то есть такой праздничный вид имеют. В наборе две трещотки под квадрат 1.2 и квадрат 1.4. Трещотки на 45 зубьев. Имеют реверс. Ну, как обычно, все трещотки и быстрый сброс головки. Также есть трещотка разборная. Поэтому можно поменять механизм внутри, если вдруг что-то поломается или для обслуживания самой трещотки. Материал изготовления инструмента, как указывается на каждой единице, это хром-ванадий. Хром-ванадиевая сталь. Рукоятка резиновая, комбинированная. Посередине вставка из пластика с надписью Alloyed. По бокам резина идет. И трещотка под квадрат 1.4. Также на 45 зубьев с реверсом, с быстрым сбросом. Сама трещотка прямая. Далее отверточная рукоятка. Она используется с битами, которые есть в наборе. Очень большой набор бит, которые прессованы в головку. Квадрат 1.4. Также данная рукоятка может использоваться с головками под квадрат 1.4. Рукоятка, вот это вот насадка по рукоятке, вернее, под биты пластик. И сверху есть посадочный квадрат для того, чтобы можно было подключить или трещотку, или дальше там удлинитель, который нужно будет вам в работе. Далее два кардана 1.2, 1.4. Карданы скреплены металлическими вставками. Удлинители под квадрат 1.4, два удлинителя 50 и 100 мм. Два удлинителя под квадрат 1.2. 250 и 125 мм. Ну, стандартный удлинитель под 250 также служит воротком Т-образным с помощью такого переходника. Кстати, этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Если у кого есть дополнительно трещотка или вороток. Вот, одеваем и получаем вороток Т-образный с плавающей головкой. Так, две свечные головки 21 и 16 мм. Резиновые вставки имеет внутри. Т-образный вороток под квадрат 1.4. Еще один набор бит Torx внизу представлен. Хотя такой же вот, такие же размеры идут в верхней крышке, но они впрессованы в головку. А здесь же они используются с переходниками. Вставляете нужную биту и можете использовать Т-образный вороток или отверточную рукоятку. То есть дополнительный такой набор. Так, головки длинные. 13 штук их. 6 мм самая маленькая. И самая большая на 22 мм. Как видите, головки здесь глянцевые, а внизу матовые идут. Посередине такая ребристая полоска. Указывается на головках хром-ванадий 22 мм, то есть размер головки. Так, головки Torx. Также есть в наборе 14 штук. Е4 Torx внутренний, самая маленькая головка. И самая большая головка — это Е24 Torx. Головки шестигранные.
короткие, 29 штук, 4 мм самая маленькая и 32 самая большая головка. На 32 головка увесистая довольно, поэтому многие почему-то спрашивают, тяжелая ли головка на 32. Да, в наборе она тяжелая. То есть не алюминиевая, хром-ванадий. Далее верхняя крышка. Большой набор бит под квадрат 1,2. Данные биты используются с переходником. Ставили нужную биту. Данная это шестигранная. И можете подключать трещотку или вороток. Биты шестигранные идут. Есть биты крестовые, есть торкс биты. Кстати, здесь даже биты есть 12-гранные в наборе. Хотя в других наборах я их, честно, не встречал. Вот. Да, здесь вот идут биты 12-гранные, биты торкс большие размеры. И маленькие размеры бит торкс идут внизу, вот, которые я вам показывал, которые с переходником используются. Вот переходник. Вот, здесь получается шестигранные, есть лицевые биты, есть крестовые, есть торкс и есть еще 12-гранные биты. Так, далее набор ключей комбинированных. 10 штук в наборе. Материал изготовления хром-ванадий. Инструмент очень аккуратно изготовлен. В принципе, ключи очень качественно и красиво сделаны. Самый большой ключ на 19 и самый маленький на 8 мм. 10 штук в наборе. По комплектации все. Теперь по кейсу для хранения самого инструмента. Кстати, еще есть набор Г-образных ключей, вот такой небольшой. В принципе, он тут во всех наборах идет. Далее вес. Вес самого набора составляет 8 килограмм. Кейс, видите, яркого светло-зеленого цвета. Здесь надпись Alloyed с логотипом. Пластик, ну пластик средний по жесткости, то есть он и не жесткий, и не мягкий, в принципе. Вес набора 8 килограмм. И длина набора 34 сантиметра, ширина набора 44 сантиметра и высота 8,5 сантиметров. Запирается набор на замки металлические. Сзади кейс скреплен, две крышки скреплены, завис пластиковых нету, кейс полностью цельнолитой. Хорошая комплектация, как бы положительные отзывы, поэтому можете даже при покупке инструмента присмотреться к набору Alloyed 130 предметов. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания, подписывайтесь на канал и ставьте комментарии по поводу данного набора. До свидания.